Мышонок Тим идет в детский сад. Сегодня мышонок Тим первый раз идет в детский сад. Мама надела на него зеленый халатик и повязала голубой бант. Но Тим недоволен. «Не хочу, не хочу!» – визжит он и упирается изо всех сил. «Не хочу в детский сад!» И мой медвежонок тоже не хочет. Мы хотим остаться дома, с тобой. Мама еще чуть-чуть поуговаривала мышонка, а потом сказала: «Ладно, Тим, в садик сегодня не пойдешь. Посидишь со мной, пока я занимаюсь домашними делами». И мама стала гладить белье. Тим рад, что остался с мамой. Он стоит и наблюдает за ней. Теперь маме нужно помыть пол. «Скорее бы она закончила», — думает мышонок, — «а то мне скучно». Но маме некогда с ним играть, у нее много дел. Наконец мама закончила все домашние дела. Но тут «дзынь-дзынь-дзынь» — звонит телефон. «Это тетя Пеппа. Ей столько всего нужно рассказать маме Тима». «Когда они уже наговорятся?» – ворчит мышонок и тянет маму за юбку. Теперь мама с Тимом идут в магазин. По дороге они встретили мамину лучшую подругу. Мама спешит рассказать ей, что нового у тети Пеппы. Они болтают и болтают. «Как скучно!» – ноет Тим. И вдруг видит детский сад. Совсем рядом. «Пойду-ка я посмотрю, что там делается», — решает мышонок. Тим заглянул в окошко детского сада, а там его друзья. Они играют и рисуют, и на всех зеленые халатики, точно такие же, как тот, что на него утром надела мама. «Ага, халатики для того, чтобы не запачкать одежду», — догадался Тим. «Здорово! Даже если измажешься в краске, никто ругать не станет!» Тим смотрит, как детям весело вместе, и вздыхает. Наступил вечер, и Тим ложится спать. «Мама, ничего, если я завтра не буду сидеть с тобой дома, а пойду в детский сад?» «Конечно, малыш!» – смеется мама. «Я очень рада, что ты понял, что в детском саду интересно». На следующее утро Тим, едва вскочив с кровати, тут же нацепил зеленый халатик и довольный отправился в детский сад. И любимого мишку Тедди взял с собой. «Привет, Тим!» Друзья бросились ему навстречу. «Наконец-то ты пришел! Давай играть!» Тим прижимает к себе медвежонка и катится с горки. «Ух ты! Я лечу!» – кричит он. «Захожу на посадку!» «Как же весело в детском саду! Тут столько игр! Дома таких нет! И с друзьями играть интереснее, чем одному!» Тим устал и захотел спать. И тут как раз тихий час. Все малыши ложатся под одеяльца. «Спокойного сна», — говорит воспитательница. Но мышонок Тим не слышит, он уже крепко спит. После тихого часа малыши снова играли. И вот наступил вечер. За Тимом пришли мама и папа. «Как? Уже пора домой?» — удивляется Тим. «Какой это был чудесный день!» Но и по папе с мамой мышонок соскучился. Сейчас он им все-все расскажет. «Мне понравилось в садике», — шепчет он папе. «Я играл, рисовал, пел, ел, спал и снова играл. Воспитательница очень хорошая. А завтра я снова приду сюда».